Всем привет! Получил я сегодня посылку с компании Baker опять. Это пришла мне замена саженцев хурмы. В предыдущем видео у меня есть. Пришли некачественные с гнилыми корнями саженцы, и в итоге мы договорились на замену. Хотел я вернуть деньги, но это сказали, высылаю обратно. За свой счет получается, то я решил все-таки пускай пришлют замену. А вдруг да что хорошее будет. Сейчас будем распаковывать. У нас получается находится компания Витебске. Видно вот адрес. И пришла замена, вес кило 905. Сейчас будем открывать. Так, да, тогда открывал. Так. Посмотрим. Нормально будет замена или опять то же самое. Сразу будем обращать внимание на почки. Открыл коробку. Коробка длинная, а саженцы наши вот. Что тут можно сказать? Сразу видно, ни одной живой почки нема, обсыпаются, видно, черные почки загнившие, все чисто. Саженец внутри вроде сырый. Но почки мертвые. Ну, тот раз тоже такое пришло. С виду сырое, а внутри мертвое все. Сейчас доберемся до корней. Посмотрим, что с корнями. Наша бумага. На бумаге и разложимся. Это у нас саженец королек хурма. Ни одной живой почки нема. Видно. Черная почка внутри. Тогда тоже под черной почкой. Дальше идет от черной почки черная древесина. Видно. Сухая черная почка. Ну, это такая будет. Черные сухие почки. Это королек. Сейчас верх отломаем, посмотрим. Верх древесина то зеленая, а почки все погнили. Это хурма бычье сердце. Вот она. То же самое с ивой. С этой даже похуже. Совсем почки сухие. Даже отламываться не хочет. Нормально поприсохше. О. Черное, гнилое. Ну, сейчас корневую глянем. Сможет этот саженец уже отойти или не? Здесь
Ну, сейчас откроем корни. Тут, покуда дропать не будем, проверять древесину. Откроем сейчас корневую систему. Видно, вот. Повреждения на саженце. Даже не царапается. Присохшая. Ну, сейчас на корневую глянем. Освобожу руки, освобожу. Будем открывать корневую. Так. Немного пониже спустим. Так, будет видно. Это мы открываем хурму бычье сердце. Внутри мокрый торф. Сейчас посмотрим корень. Корень у нас видно. Отломаны. О, бля. Чуть не упала камера. Отломался, короче, кусок вот. Черный, гнилый. Смотрим дальше. Тоже отломанный корень. Одной рукой, конечно, неудобно что тут сказать. Ой, видно, поцарапаю ногтем. Черный гнилый корень отломанный. Это у нас приросший уже большой толстый корень, приросший, но он тоже видно гнилый. Царапаем. О, надломал. Мелкие корешки. Тоже гнилые, черные внутри. Ни одного живого корня нема. Берем сейчас с конца. Видно. Шкуру облазит внутри. Сухий дубец, а не корень. Ну как сухий, черный, страшный, о, отломался. Черный сухий корень. Сейчас я схожу, секатор возьму. Секаном сам толстый проверим в этой хурме. Покуда прикидаю торфом. Сейчас я за секатором по-быстрому. Будем проверять дальше.
Сейчас бегал за секатором, нашел я. Сейчас будем резать корень, смотреть. Солнце светит, да не видно. Сейчас развернусь малость. О. Так. Начинаем с конца. Видно. Сухое, гнилое. Раз, два, срез, три. Сухий гнилый корень, короче. О, гнилый корень, сразу видно. Сейчас он далее. Гнилый корень. Короче, замена сбекер наша. Такого состоит у сухого гнилого корня. Что тут? О, зарезал. Сухий гнилый корень, короче. Прислали опять же на замену такую самую хорошую хурму. Как сами. На этот раз, короче, не захочет выслать деньги обратно. Пойду напишу на их заявление. Если бы раз пришла или это, то первый раз такое пришло, вторая тоже такая пришла. Что, это его корень? Видно. Отломанные гнилые его корни болтаются. Оно видно вот. Отламываем гнилый корень. Отсекаю. Гнилый корень высохший. Видно. Вот его часть. Сейчас я рассеку по длине. Внутри черный загнивший корень видно. О. Тут то же самое. Когда по длине отсекаем, так оно виднее. О. Видно. Подсохший. Не этого. Видно. С черниной внутри. Короче. Придаточные тоже отваливаются так само. Видно вот. Внутри черные. Я покуда их закопаю, эти черенки, чтобы не высыхали полностью. Ну, сфотографирую сейчас. Кину покуда, хай прикопанные стоят там. Так договоримся. Утилизировать я их уже не буду, наверное, на замену. Мне такая замена нахер сдалась. С их заменой. А вот. Пускай деньги вернаются. Не, вышлю за их что-то обратно. Эти два саженца. Что тут говорить? Гнилые корни. И все. Вот, чекаю, стирал. Видно, внутри. Видно, по центру чернина черный. Так что это гниль. Замена такая самая пришла. Короче, мошенники и аферисты. Что про их говорить. Если браза, то и основная посылка и замена состоит с гнили. Так что с компанией Бекер Витебск Беларусь не связывайтесь. Высылаюсь одно фуфло, замена тоже гнилое пришло. Короче, с такими магазинами не сейчас связываться. Тут корень потоньше, так не видно так.
штопсиками. Ну он вот храпаешь, он внутри сухий корень. Посмотрим. Ну видно вот. Снял я обзол. Так виднее, где обзол. Он снутри черный. Мертвый. Короче, будем возвращать их, скорее всего, что обратно. Этой компании пускай возвращают деньги. Снял подробно, чтобы было виднее. Где-то тут нам встать так немного в тени. Солнце светит, да не... Нет, сам не бачу, так, о. Видно, черный корень. Тоже подсохшие какие-то желтые внутри. Тут видно, тоже он желтизна, а дальше черный кверху пошел, засохший. Ну и все почки мертвые. Черные мертвые почки. Вот, почка. Сковырнул, снизу черная, загнивающаяся. Короче, саженцы на стадии усыхания. Корню уже наступил конец. Верх еще дотягивая последние соки с корня. И тоже усох. Да. Короче, никогда не покупайте в компании Бекер ничего. Если там такие саженцы высылают, то там все такое будет одинаково. На этом я буду заканчивать. Думаю, это видео, кто смотрит перед покупкой, очень полезно всем будет. Но если уже сделали покупку, это уже убедитесь, что компания всем такое высылает, не одним вам. На этом буду заканчивать. Всем удачи, не попадайтесь на такой развод. До свидания.